Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Книга пророка Исаии, 47 глава, 10-11 стихи. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь». Ну, вы знаете о трагических событиях. В 10 часов вечера вчера было это. Это даже придумать нельзя. Там около 6 тысяч человек было, говорит, примерно. Это огромное сооружение где-то. 40 уже с лишним. Только мертвые, больше 100 пораненных. И неизвестно, кто будет жить. Я сразу говорю, о чем надо сегодня говорить. Почему? Первая неделя поста. Меня сразу по интернету начали спрашивать, как вы смотрите? Я отвечаю, первая неделя поста. Больше ничего не говорю. Мы тоже так подумали. У Бога все вымерено. Вот венчания на масляной неделе нету. Не говоря о посте. Знакомый священник в Италии. Видимо, кто-то куда-то торопился, и первая неделя поста... повенчать. Ну, не положено. Норма, везде колонны. Запрещается даже об этом говорить. А вот после этого там демисели с хозяином выпить. А ребенок вышел на улицу там года 4. Вышли, его нигде нет. Посмотрели в бассейн, он уже мертвый плавает. А теперь сколько беды, горя. Из-за чего? Все, что нам дали святые отцы, это мило, дорого и близко. И вот здесь говорит, вы хорошо послышали, что тут написано? Знание... надмение – это сбили тебя с пути. Много об этом говорит пророк Иезекииль. Надо знать, о чем речь идет. Речь идет о непослушании Богу. Я хотел немного сегодня захватить эти слова «знание» и «незнание». У нас человека сразу на работу принимают куда? А ты где училась? А как ты знаешь это? А вот когда ко Христу подходили, все вопросы разрешаются одним. Как считаешь? А одна книга была, Ветхий Завет неполный. Полного-то, это может только у первосвященника было. Главное это, Тора. Как считаешь? Вот весь ответ. Русских-то как можно было? Вот крещение Руси прошло в 986 году. А перевод Библии только в 1876. 880 лет жили без Библии. Все. Это даже нельзя сказать, кто мы такие. Деньги, когда дают, ну, у нас много нету, а там жертвовали люди. Жертвенник для этого есть, для денег, ящик какой-то. Стали выбирать, там копейка далеко копнули, там еще что-то. Вытаскивать свиток. Стали читать, а там все написано, как про нас. Вы только думаете, что вы верующие, вы не верующие. Как вы обращаетесь с ближними? Не пожелай, дальше не пожелай. И дальше перечисляется кого? Там перечисляет глава. Ни земли, ни... все, что у него есть. Не пожелай. А революция что сделала? Грабь награбленная. Видите как? Если бы люди-то были верующие по-настоящему, то кто бы это пошел? У них там в то время уже здесь были штундисты. Это общее название протестантов. Ни одного не было там. И старообрядцы не пошли туда. Православная революция делали-то. Сталин – семинарист. Каганович кончил семинарию. Это самые близкие его люди где. Где они прочитали, чтобы делать мятеж? И невинных людей расстреливать. И не два, не три человека, а 60 миллионов. Брали подряд, приходили, человек не знает ничего. Взяли, по сегодняшний день нигде нет. И нигде не отмечено. Почему? Как считаешь? Знаешь, что Бог устроил... мир этот, и все устроил то, кому подчиняется. Какая ты не будь грамотная, ты должна мужа посчитать и дома спрашивать. Определенно, четко, все сказано как. Правители, молиться, вот здесь, которые правители будут,
говоренное, это Откровение 17-18 главы. Говорится о Вавилоне. Я об этом говорил, писал многое. Святые отцы определенно говорят, Вавилон – это Рим. И никто не оспаривает это. Но Рим пал. И сразу же возникает Рим II, Константинополь, теперь Стамбул. И как только его захватили, мусульмане, Москва сразу объявила, мы Третий Рим. И в Москве по сей день организация, газета выходит, Третий Рим. Два Рима с чем закончили? И здесь дальше говорится. Откровение 17-18 главы. Рим. Третий Рим. Никто это не отрицает. И вот теперь мы про это считаем. Знание. Прочитай-ка еще раз. 10-11 глава. Слушайте внимательно, грамотные люди. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. Мудрость и знание. А как определить, что такое? Ну, знающий человек умный, говорит, он знает, как вылезти из ямы. А мудрый знает, как не попасть туда. У него план в голове, он проходит это место, мимо там, что угодно сделает. Это народная мудрость. Вот сейчас, допустим, и врач. Стерилизация везде идет. Врачи там надевают маску, там простиранные приборы все прокипятят. У Бога все по-другому. Слепой человек, тем более зрение, это не какая-то рана. Что, плюнул на землю, замазал глаза ему грязью. Ну, сегодня еще бы сказали-то. Ну, кроме имени шарлатан, никто бы не придумал. И что, да иди умойся. Умылся. Умылся и вижу. Вот сегодня, которые люди судят, адвокаты и другое, они знают хорошо закон, и дай Бог правильно. На днях только, когда в одном месте я услышал, и сколько раз об этом говорил, неправильное решение, там вышестоящее, судьями, прокурорами ставить только верующих. Я много судился, только за это вот что дома, это 11 лет непрерывного суда, до самой высокой инстанции. Это Верховный суд СССР, а сверху президиум. И, наконец, вы решили, вот теперь что мы имеем. И как решать? Ну, к любому подойди и скажи. Я видел с такими, в тюрьме встречался. Сидят по серьезным статьям. Те, которые служат в милиции. За убийство. Заталкивает машину, не идет, хватил пистолет и выстрелил ему. Но у другого жена. Заподозревал его, сказал, никуда не ходи, а я пойду. Да я дома сегодня, взял нож, ну и говорит, как я ударил ее. Так вот, если возникла ревность, я подгоняю к тому, что знания какие должны быть. Приходит человек и говорит, если он ударил, сделал, пишет священник, отрезал ей голову матушке и в холодильнике, и уже сколько людей таких. Это не один, не два человека, это официально все показано. И это знаю, да, так и есть. Причина-то одна. Но если у него есть подозрение, что она была с кем-то, ну и что было, что она сделала? Утащила из дома, тебя ударила? Да нет, такой статьи нет по подозрению. А у них как было? Самое зараженное место было внутри храма. Трижды в год весь Израиль должен приходить к храму и быть в храме. Какой пыли там не было только, а сколько прокаженных было? И священнику дается одно, только взять оттуда, из-под ног пыли, развести эту жижу и дать выпить. Если он лона, живот у нее вспухнет, виновата. Да как ему не вспухнуть, тогда там тысячи болезней-то. А если ничего нет, муж, ну попроси прощения, не виновна твоя Мария. Это не где-то в Библии мы считаем. Видите как, знания нужны согласно Слову Божьему. Но сегодня, если ты примени это, вот только на днях в суд подали на одного. Это в интернет выставили, вы смотрели, наверное? Мужчина один видит, что делается где. И он берет и целую, чуть не книгу, там сколько он напечатал. Златоуст что говорил? И говорил не о ком-то, а конкретно о иудеях. И что из этого получилось? Подали в суд. И теперь православие подозрением. Вот оно такое. Суд, следователь выступает. Я от корки до корки все посмотрел, как идет там. Опровергать никак нельзя.
Он доказал, что это он не призывает не убивать ничего. Но обратите внимание, это с нами-то что делает? Там их центральные книги показывают где-то. Не слышит, а который прокурор, подполковник сидит. Но видно, что упитанный, не изработался. Он говорит, он как будто не слышит. Следователь, который помогает этому человеку доказать, прямо Златоуст сказал, Василий Великий, ноль внимания, совершенно как будто они не говорили. И какой же это суд-то? Судей всех ставить надо только верующих, которые знают, что будет суд Божий. Это я вывел для себя. А кто он будет? Мусульманин, там, баптист, католик. Что суд Божий будет, а возмездие будет. Мудрости дайте им на это. За рубежом, оказывается, норма такая. Если свидетели человека призывают, составляется тут таблица какая, там у них переписывают. И если он, какая вера отмечает, такой веры, я не знаю, он не может сказать, какой веры. Ну, я коммунист. Она спрашивает, какая вера у тебя? Он не знает. Считали, сколько писали. Сразу отстранили, и все. Вот еще, ты же можешь солгать и не боишься. Все, его отстранили. Вот как... Нам еще до этого надо первую ступеньку пройти. С неверующего, не признающего, что будет суд Божий, не брать показаний. А если есть, только проверить на 40 раз. И тогда будет видно. Мы сейчас посмотрели, что знание, мудрость сбили с пути. Я хочу показать, как хорошо, когда человек знание имеет. У меня близкий был человек, очень близкий, наш Потеряевский. 3 высших образования. Ну, насколько удобно было с ним говорить, а одно не мог никак. Лишку выбирал, его сколько раз название генералов представляю, но любил выпить. Видишь как, надо главное знать, как жить по Богу. Господь дал нам эти книги для того, чтобы мы в них вникали день и ночь, да не отходит от уст своих, дабы в точности исполнить. Вот диалог самого святого и самого грешного на земле. Вы знаете, где был он? В Иерусалиме. Самый грешный – это, конечно, дьявол. Глава всех. А самый святой – Христос. И когда они встретились, сколько раз он давал? А Христос говорит, написано. 3 раза он мог бы сказать, это его, он автор, Господь. Написано. И сатана сразу замолкал. Когда мы знаем Писание и будем говорить по Слову Божию, с тобой ничего нельзя сделать. Меня допрашивали, когда я еще сидел в КПЗ здесь. Ну, в общей-то сложности, на мне задействовано было 12 кандидатов наук. Это вообще не скажешь-то. И выходят и говорят, да, между собой-то, его не взять. Я думаю, на свободе был бы, я тебе еще больше наложил. А тут одной статьи другую, в 2 раза срок больше будет. А как? Слово Божие. Ну, а самый какой правильный выход? Если ничего не знаешь, молчать. Следователь с первого же дня сказал, пока у меня не будет в руках новый завет в псалтырю, разговаривать не буду. Закрыл рот, больше нет. Один, все, принес. Я с этой книгой прошел все. А потом уже и Библию принес, и в лагере был. Поставьте одно условие. Я и Христос, и Слово Его нераздельные. И что бы ни говорили, что нужно взять? Пожар или что-то? Схвати Библию, если есть она у тебя. Что-то божественное. Сохрани. Святые иконы, которые ясно, что они потребуются еще где-то. А человек растерялся и говорит, и что... Но мама, говорит, побежала, говорит, плиту вырвала, говорит, и вынесла ее. Ну, плита-то, она как сгорит. Это у нас одна сестра, это ее теща, это свекровка. Сегодня надо себя на это настроить. Мы сейчас поговорим о том, как Бог высвечивает знания. И как мы должны учиться чему. Вот 2 сестры, Марфа, Мария. И Господь говорит, Марфа, ты Марфа, о многом суетись. Не то, что накормила плохо, а о многом. Первое, второе, 7 блюдо, как у Крылова. Но ты позаботься о душе своей. А Мария избрала благую часть. Сидит у ног Христа. Почему она поучается? Без Марфы нельзя. А Мария, может, и не могла бы приготовить, мы же не знаем. А вот Мария-то когда подошла, это Марфа к Марии-то, вот тут мы и узнали, какие они. Хорошо накормить, но главное сказать людям, вы пришли в такую... Местность, где люди верующие в Бога. Однажды идут, да призывники там взяли куда-то в другую страну и остановились около села. И оттуда вышли люди и вытаскивают на пиццу, пищу. А кто-то спрашивает, а что это за такое? Да они же, может быть, да нас не знают. Да это христиане, они всех привещают.
И дальше кто будет? Антоний. Сознанием великий. Это биографии сохранились. Это трогает человека, когда мы действительно смотрим на Христа. И стараемся во всем подражать Ему. Вот сейчас мы посмотрим. Притча Соломона 1.20. Пока открывает, я потом скажу тут статистику. Притча Соломона 1.20. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. Видите как? Это до того довело, что не стали считать, что премудрость – это четвертое лицо Троицы. И не кто-то, а такие люди, как Аввакум, Кондратьев. Вот почему? Она выше. Сама-то она не выйдет. София. Там написано по-гречески София. София – это премудрость. Вера, надежда, любовь и мать их София. Итак, 12 глава, 1 стих. О, 5.2 сначала. 5.2. Притча Соломона. Чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знания, не внимай льстивой женщине. Смотрите, вот как мудрость приобретать, что нужно брать, а что не внимать, и как все это проходит. Сегодня вопрос из вопросов идет. Чему человека учить? Отпускать ли его в школу? Все больше дома учат. Иначе там его так научат, что и родители не нужны. Чем заканчивается? Так, Исаия, еще раз шагнем. 29.15. 28. Ага, 12.1. Не, 28.15. Ага, 28.15. Пророк Исаия. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда все пожирающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Это как сегодняшнее событие. Нас никак не возьмешь, мы такие, вот они такие говорили, и что постигло. Внезапно, и все рухнуло, и пошли в плен. Вот сейчас, когда идут люди, там призывают в армию, мы каждый день молимся о них и говорим, чтобы они постоянно, молим Бога, повторяли Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Вот когда есть терпение у тебя и вера святых, будет все по-другому. Два момента. Меч и плен. Святые говорят, война не так страшна. Страшен плен. Где ты попадешь? Да в плену. Что с тобой будет? Что? Это даже выговорить нельзя. Ты никто. Так. Исаия 28.15. Это мы прочитали сейчас, да? Так. 1 Коринфянам 1.19.21. Посмотрим в Новом Завете, как к мудрости, к знаниям должны относиться. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отверну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Главное что? Самое главное мудрость, что Иисус, Сын Божий, второе лицо Троицы, сошел на землю и воплотился, и умер, когда мы были грешники. Об этом апостол Павел неоднократно говорит. И вот эту мудрость выставили апостолы и их ни за кого не считали. А что ты оканчивал? Да ничего нету, я верующий. Начинает говорить, нет, что-то... Он не может ничего опровергнуть. Я не раз в жизни встречался с такими. Приехали только в больницу, на операцию меня привезли. А там профессор знакомый нашему врачу. И он сразу меня нашел и стали говорить. Ну, минут пять. Он говорит, а вы свои слова-то можете сказать-то? Ну, что вы тут как Мао Цзэдун это считаете? Я говорю, я вас сразу узнал. А как?
Я говорю, очень просто. Вы еще в раю, когда мы подходили. Вам нужно меня за ограду выбросить, а потом дальше уже расправитесь. Я отмечаю местами Писания. Лучше божественная мудрость, чем самобытная глупость. И он тут меня покинул, больше ни разу не пришел. Господь нам дает эти знания из-за покорности тому, что написано здесь. Что бы человек ни говорил, он никогда не сумеет победить безбожника, у которого доводы очень простые. А покажи, где живут так конкретно. Мы можем показать и куда-то. Вот верующих знаем, наши люди. Ну, и все, много ли вас таких? Второй вопрос. А Господь не смотрит. Много там, где Господь. Где Бог, там большинство. Где Бог, там победа. И дальше. Третья глава. Так, Иезекииля 8. Так. А зачеркнуто. Иезекииля 8.12. Смотри. Иезекииля. Так, 1 Коринфянам 9.19. Я его зачеркнул. Уменьшил. Иезекииля 8.12. Дальше туда. Смотрите внимательно. 8.12. Мы о знании говорим, о мудрости. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. Видите, какая вера, какая вера была. Бог не видит, шторка закрыл иконы, можно сметанки поесть. Это такое оно было, не сегодня это все. И Израиль пошел в плен. А пророков этих гнали и убивали. Это они потом говорили, начали там строить им жилище. 9.9. 8.12.9.9. И сказал он мне, нечестие дома Израилева, Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправдой, ибо они говорят, оставил Господь землю сию, и не видит Господь. Вот где поведение. И Господь увидел, говорит, что оставили грех свой, когда в Ниневе был. А там был и пост, и все. Златоуст особенно это подчеркивает. Господь как будто и не видел, что они сделали, а увидел, что перестали грешить. И вот здесь себе ревизию-то проведи. Вот для чего начинается? На первой неделе канона Андрея Критского. Ведь люди-то не понимают. Вот у нас сделали на три ступени, более-менее. И теперь мудрости какой набирать? Постановили считать Марию Египетской. И везде во всех храмах считается. И считается ни день, ни два, уже 1000 лет. С 7 века. И она ни одного дня не жила по Евангелию. Вообще ничего нет. Ее биография у меня переписана вон. Почему не Мария Магдалина, у которой было звание единственное на всю историю христианства? Апостол для апостолов. Апостол апостолов. Я тоже ее биографию пришел, чтобы прочитали здесь. Она шла, проповедовала с апостолами. Это ушла, 47 лет, ее никто не видел. Пришла, больше ничего нету. Крещена, не крещена была. И при том, кто ее видел, Зосима, даже ну, ничего не сделали. Проходит 100 лет, и тогда начинают воспоминания от кого-то, передавал. Ну, то есть, все такое шаткое. Почему монахи? Вот это, ну, вот они так сделали. Ну почему не Мария, это Магдалина? Это один вопрос. Я сколько разговаривал с архиереями, ни один не может ответить. Это правда. Почему? Да потому что все это составляли монахи. А они только свое любят. У нас не царство Божие, говорит, а царство монахов и попов. Как священник Григорий Петров говорил. Надо как-то перешагнуть через это. Исаия 29.15. Прошли, нет? Ну, Римлян 1.22. Чтобы не затянуть. Римлянам 1.22. Я касаюсь самых болезненных точек. Кто-то должен это сказать. А кто будет против? А вот тогда и обнаружится Евангелие от Иоанна 5.39. Господь прямо говорит, исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Через них, а они, Писание, свидетельствуют о мне. А их не было 880 лет.
вообще не было. А эту, которая единственный закон, который откопали, там серебролюбцы-то, и когда просчитали в ужас, пришли к царю. И царь, оказывается, не знает. Знает, Пасха, надо колоть скотину, угощать друг друга. Все. Нигде во всей стране не было. Одно закопанное только было, Слово Божие. Это про нас, православные, говорится. Вот я сейчас считаю там книги где-то, сколько человек, которые ходили на занятия в университете, коснулся Господь сердца, как и это не день, не два, 82 человека ответили. Почему? Живое слово. Человека можно чем-то привлечь, но когда он понял Слово Божие и сам считает, сам молится, его с места не стронешь. Почему? Это настоящее чадо Божие. У нас на первом месте всегда стояло Слово Божие. Мы канон этот разбирали, на него много времени уходило, а того стоит. Дальше, Римлянам 1:22. Называя себя мудрыми, обезумели. Вот все. Почему? Потому что все знания, которые люди имеют, больше всего направлены, ну, чтобы здесь было хорошо, тебя оценили. Я гляжу, наверное... Запрошу. Вот у нас здесь фотографии, есть я союз с мэром, и рядом, я не знаю, как его назвать, вот это государственное имущество здесь, когда мне передают вот это место-то, Слуцкий-то. И он один из тех был из четырех, которые за президента были. Ему сейчас какую-то большую там власть дают, раз он победил, и кто рядом были, противники, как бы. Ну и теперь все отсюда. Мы должны молиться, чтобы мудро президент поступил. Потому что там есть из ДПР, там из КПРов. Чтобы Бог показал ему, какую дать должность. Раз они так высоко зашли, это значит, они ну, не на взятках, наверное, были-то. И он сейчас как раз решает этот вопрос. Я не знаю, кому как, но мне ну, так хочется, чтобы в верхах-то были начальники-то настоящие. Вот сегодня, которые есть сейчас, кто это сделал? Кто там невинных людей ну, были-то? Что Бог показал? Вы что, не услышите сразу, Господи, да будет воля Твоя, но не наша. Как будто одного захватили, и ясно дело, что это террористы, и прийти расстрелять столько людей. Ну, да я вот воображаю это все, не знаю как. Как будто я там был, ну туда бы не пошел. Концертный зал, там ничего плохого не было. Ну неправильно, что пост идет, но люди не знали. Веры не было. И пришли несколько в камуфляжах, 5 человек примерно. И главное, какая задача стояла? Все одинаково, кто там сейчас занимается этим, убить как можно больше людей. Да может быть, это и не люди были, демоны какие-то пришли. Убить как можно больше людей. Они когда-то были маленькие, сосали грудь, подрастали, и вот они такими стали. Ну и, конечно, подозрения на тех, с кем военная операция. Ну, и сказал-то не кто-то, а бывший даже президент здесь. Дмитрий, надо молиться обо всем, чтобы Господь умудрил правителей, и невинные это еще не пострадали. А это говорит, а мы чем лучше их? Ничем. В любой день это может быть из них. Вот эти-то квадрокоперы-то запускают, сразу 3-4 города атаковали. Все пылает. Меры будут какие-то принимать. Господи, умудри, мы заслужили это, может быть. Я не знаю. Стою здесь как-то, полез голубям, а тут сирена, военная сирена. Как она воет, душу. Почему? Везде предупредить. Их могут заметить здесь. Рядом пронесли они, может быть, запустить совсем тут из леса где-то. И конкретно какой объект? Заводы горят, нефтяные базы. Господи, умудри. Мы не случайно ходили столько времени с сестрой Любовью под мост и молились, чтобы Бог сохранил такую красоту. Я написал в ФСБ, Министерство транспорта всех там поблагодарили, все. Я говорю, я нашел 13 уязвимых мест. Такой мост погубить. А уже был же, в Крыму взорвали-то. Я говорю конкретно к жизни, чтобы мы не были бесплодными. Бесплодными. Мы конкретно приходили и молились, сохрани это сокровище Господа. Не допусти этих варваров сюда к нам. Все-таки мы далековато от них. Так. Это у нас Исаия. 5 глава, 20-21 стих. Не было. Захватить. Я беру разных пророков, апостолов, чтобы увидеть, что такое знание. Знание сбивает с пути. Господь отвергает знание, показывает. 5, 20-21. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом.
тьму почитает светом, и свет тьмою. Горькое почитает сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которым мудрый в своих глазах и разумный перед самими собою. Я вот посмотрел, слово «знание» встречается в Библии 137 раз, надо просчитать, в разных местах. А «мудрость» 355 раз. Слово «мудрость» в притче у Соломона только 97 раз упоминает слово «премудрость». И у Сирахова 92. Ну и совет, когда «премудрость» идет, 180. Еще нужно, не стал смотреть уже. Ум. Что означает? Чему учить надо, когда маленький ребенок? Почтению к родителям. Молитве. Чтобы ребенок с радостью шел в храм Божий. Я вот вижу, как приходят здесь. Да благослови Господи. Мы коснулись сегодня темы ума, знания, которые сбивают человека с пути. Почему они не направлены по-божественному? У меня близкий был знакомый. И сегодня какое? 23, наверное, марта. А 21 марта, ну, два дня назад было, в 2000 году погиб близкий мой человек. Он одессит был, закончил университет, у него дядя был, главный идеолог Советского Союза Суслов. Михаил Андреевич, кажется, его звать-то. И он кончил, ему диплом не дают, он уверовал. И стал говорить о Боге. Ну, а потом его сюда баптисты привезли, познакомились. Он у меня был и сразу принял православие. В дальнейшем он станет не Геннадий Михайлович, а отец Григорий. И вот тот, кто называл себя кришнаитом, пришел к нему ночью, он ему открыл 3 часа ночи. Когда я учил, не открывай, не открывай. И он сразу затащил электрод, ударил в горло, потом голову отрезал, вошел в алтарь, вокруг престола обошел и на престоле голову бросил. Ну, а этот, который был кришнаит, мне Кришна велел его убить. Ну, признали невменяемым-то. Он лет 10 там был. И ничего нельзя с ним сделать. Но у Бога-то вымерено. И когда его отпустили, он прямо пошел через лес. И, как считают, медведь-шатун, который не ложится в берлогу. Его растерзал дребезги, одна одежда осталась. Все. Бог послал. И мы с ним вместе насчитывали архипелаг ГУЛАГ. И 20 век христианства. И масонцы, какие только, у него голос такой, я ждал, по артистам искал, и мы с ним вместе были. И вот 21-го, получается, 23 года, ровно 23 года, как его не стало. Можете даже помянуть его в молитвах. Иеромонах Григорий. Мы были вместе. Он любил Слово Божие, чтобы вы знали где-то. Всячески стремился помогать людям, которые были. Было же какое-то общество, и молодежи там образовал. В Туре там был, где-то далеко, там на севере, Енисейский округ, или как называется. У него были знания, и знания эти он употребил на дело Божие. Нам сегодня Господь дает пример живых людей, которых мы знали, чтобы наши знания все упирались от Слова Божия. Соответствует или не соответствует. Я начинаю смотреть не по Слову Божию, сразу откидываю, больше туда я не вернусь нигде. А приходится-то каждый день, 14-16 часов в день сижу тут. Это не просто так. Я прошу тоже помолиться об этом, чтобы Господь позволил мне закончить корректуру оставшихся проповедей. Их там осталось примерно 80. И почти 200 я уже прошел. Даже не могу поверить в это дело. Обращаюсь за помощью, о ком помолиться, и чтобы ваше знание, доброта ваша послужила откликом от Бога, чтобы Господь умудрил президента, вот этих помощников, я смотрю, они тут кинули нам, на кого голосовать-то. Вот это решение сейчас, его сразу уведомили, что совершается, и чтобы Господь помог обезвредить тех, которые вот делают то, что нельзя сказать. Несколько детей погибло. Слава Богу, дающий нам знания и божественную мудрость. Аминь.